Хей-хей-хей, всем привет, рад приветствовать вас, друзья, на канале. С вами доктор, это дружелюбный сосед. Продолжаем историю, продолжаем разбираться, что же тут произошло с этими трепещущими друзьями ребятишек. Приглашаю вас присоединиться для поддержки, сразу поставить лайк, есть что сказать, конечно же, пишите. Ну а сейчас устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Идем. Да. Вот сюда. Тут у нас моргает красненьким все на карте, поэтому, скорее всего... О, взял. Угу. Далее идем. Так, а тут кто-то есть. Так, дверь. Так, изолента. Изолента — это хорошо. А, вот так. Я все нашел, да, получается? Это у нас куда дорога? Опа. А, во, куда я попал, ребят. Ха, прикольно. У нас закрыта изнутри была дорога. Сюда. Так, давай берем. В ящике нет места. Это мелочи, это все мелочи. Ребята. Бамс, 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 бамс. Еще разок, еще разок. Тихо. Отлично. Так. Норман. Хей. Что у меня тут в ящике? У меня тут в ящике изолента. У меня тут много изоленты в ящике. Так, мы открыли дверь. И у меня есть такое подозрение, что здесь мы тоже... Нет, я не все собрал. Здесь что-то еще есть, ребята. А, ну вот же. Понял. Сейчас. Так, проявитель у меня, кстати. Пленка у меня, кстати. Это все надо... Это как-то надо нам... Как-то это надо нам разгрузить. Пошлите в ящики обратно, разгрузимся. Так, ага, понял. Ну, пошли. Так, это у нас... Погодь, это куда? А, ну это во двор отсюда. Ну, я думаю, мы в ящик вот так разгрузимся, потом пойдем во двор отсюда. Так, ящики. Вот синий ящик. Синий ящик переместить. Нет, подожди, еще раз. Убрать. О, да. Что еще может быть? В ящик убрать. Может быть, еще что-нибудь в ящик убрать. Так, что здесь? Хм. Изоленту? Может быть. Нет, давайте изоленту мы не будем трогать. Патроны вот уберем парочку. Из дробовиков. Так, ладно, все. Теперь можно собирать. Пошли обратно. Так, ну давайте вот это сразу пройдем. А, заперто с другой стороны. О, как интересно. Пошлите, выйдем сюда. Опа, тут, кстати, забор какой-то. Давайте откроем. Там вроде как нету больше никаких проходов. Один вот он проход. Заперто с другой стороны, так что мы идем.
Так, чтобы открыть нам эту головоломочку, эту дверку, нам необходимо вот этот ящик, да? Да, открыли ворота. Все, отлично, пошли. Так, что у нас тут? Ох, нифига тут. О! Собачий корм. В ящике для инструментов нет места. Вот это прикольно. А вот это прикольно. 6 мне надо мест. Так, переместить сюда. Переместить сюда. Алло, положенное место. Переместить сюда. Переместить сюда. Так, все-таки разгружаться придется или нет? А, во! Подожди, как тебе? Как? О! О! Нет, все, нормально. Должно влезти теперь. Ящик, иди сюда. Этот, инструменты. Фу ты, все собрал. Собачий. А где у нас она была-то? Где нам надо... А вот тут где-то, да, по-моему, собак надо было покормить. Или здесь? А вот они, будки стоят. Вот здесь. Точно. Ладно, так. Это мы открыли куда? Это мы открыли, да, выход сюда. Во двор. И здесь у нас тоже все зелененьким. Ну, отлично. Значит, идем. Блин, ну места мало, ребята. Ха! Серьезно? Это было неожиданно. Так, ладно, назите у меня. Капец. Обалдеть. Вот это да. Опа, секрет. Разблокирован чит. Хорошо. Какой-то секрет открыл. Так, что тут у нас? Где я хожу, все у нас шикардосно. Ну, здесь получается, что у меня вот ромбовый ключ. Вот в этой камере я не прошел еще. Поэтому давайте, наверное, сюда. Тут у нас вот ромбовый ключ еще один. Здесь треугольный ключ на первом этаже. Хм. Это все, конечно, хорошо, ребят. А как это все дело будет выглядеть? У меня карманы забиты битком. Ну-ка, что у меня тут по карманам? Да, у меня тут битком все. Сохраняться. Я не помню, где-то... Вот здесь у нас сохранение где-то. Подождите. По-моему, здесь и есть сохранение. Подожди, это куда мы выходим? Ну-ка. А, здесь Норман... Нормал Гай стоял. Так, ну-ка. Нет, это не то. Ё-моё! Собакин, идите колотить! Ты чё меня пугаешь-то? Блин, Калина. Он за мной бежит. Пошел ты. Ё-моё. Так. Чё ж вас тут так много-то? Так, я вылез сюда. Но мне сюда не надо. Мне сюда не надо. Погоди, погоди. Так, это у нас что? Это офисы. В офисах треугольник, кстати, есть. А мне надо... Вот сюда. Мне надо вот сюда. Открыть здесь все. Ладно, пойдемте. Будем отбиваться.
Так, собака, вон она. Нам нужно вот... Нет, я оттуда прошел. Да иди, твоя мать-то! Отстань от меня! Псина. Так, вот сюда, вниз надо идти. Опа! Кыш! Че началось-то тут? Кыш! Вот здесь у нас сохранение идет. Так, я нахожусь на этаже. Вот она у нас, сохранялка. Так. Иди сюда. Давай-ка мы чего-нибудь выложим. У меня места нету. Так, ружбайку. Блин, для ружбайки здесь места, наверное, не будет. Так, что, ключи выкинуть? Нет. Плюшкин внутри меня, ребята, прям протестует насчет ключей. Выкидывать их или не выкидывать. Так, это давай сюда. Это сюда. Нет, подожди, назад. Сюда. Я прям даже не знаю. Так, ладно. Что у нас здесь? Сохраняться? Не знаю. Стоит, не стоит тратить жетон. Пошли отсюда. Не будем мы ничего тратить. Блядам-блядам-блядам. Блядам-блядам-блядам. Ага. Тихо, 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 пёсель, я сказал. Кыш, пошел ты. Так, и на пёселе, знаете, не пользует, не действует это. Изолента. Она у меня есть, но я на него не действую. Надо разгрузиться. Пошлите, мы все-таки разгрузимся, ребята. Это будет правильно. Так, ну, пацаны, вы тут развлекайтесь, короче. Так, это мы куда сейчас выйдем? Это я сейчас... А, ну так я же выходил туда. Чё, надо было сразу и пройти. Вот он, отель у нас. Так, мне нужно... Подожди. Да, вот сюда мне надо, мимо отеля. Вот сюда. Я отсюда вышел, вот сюда мне надо. Да, пошли. Собак, ты меня не трогай, ладно? Нет, нет, все, развлекайся там дальше. Так, здесь же никаких коротких не было, да? Здесь, по-моему, нету никаких коротких, пошли. Уха, у меня патронов нету, ребят, серьезно. Так, а собачек покормить это у нас... Да, это сейчас надо будет повернуть. Тихо, тихо. Дай-ка я пробегу. Кыш. Да блин. Серьезно. Тихо, 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 отвали от меня. Кыш. Блин, я не туда пошел. Это все из-за собаки. Айда обратно. Какой-то трэш начался, ребята. Чистокровный.
Я еще патроны все выложил. Благополучно. Так, мне сюда. Вот, все. Так, идем. Кормим собачек. Собачки. Отлично. Звоним. Все, видите, не такие вы и злые. Ага. Так. А, ну все, мы с песелями подружились, что ли? Ладно. Это хорошо, наверное. Это, наверное, хорошо. Возможно. Может быть. Ладно. Так, давайте вот сюда зайдем. Там надо будет что-то вылить мне. Потому что я таскаю с собой это все дело. Так, давай посмотрим инструкцию. Нет, подожди. А, инструкция у нас где-то здесь должна быть. Вот. Добавьте в бутылки миксера следующие компоненты. Один флакон проявителя Lumalux. Так, он у меня где-то есть. Так. Да, я его добавил. Ну все, теперь можно, маленечко я разгрузился, теперь можно идти далее. Так, собирать все остальное. Так, пёселей нету, это радует. А то они меня прям бесили. Теперь все нормально, все хорошо. Так, много уже проходил, ребят, поэтому надо, наверное, вот так сделать. Все. У меня остался один жетон, а вот здесь два жетона. Все, отлично. Идем в обратку. Куда идем-то? Я сейчас заблужусь. А пошли вот сюда направо. Выйдем куда надо как раз. Так. Значит, что мне еще надо? Так, нам надо в офис. В офис. В офис. Зачем в офис? Потому что там есть у нас проигрыватель, а у меня пленка появилась. Так, это не офис. Вон офис. Идем в офис, ребята. Ага. Жаба наш друг здесь. Так, вспомнить бы, где у нас тут в офисе. А, ну вот, нет, это прожектор. Прожекторная выше у нас должна быть. Подожди. Так, можно спуститься вниз направо. Музыкальная студия. Там я не был еще. У меня зеленый ключ имеется. Так что идем туда первым ходом. О, хот-доги валяются. Опа! Он меня увидел, что ли? Зеленый ключ. Опа! Есть! Ёлы-палы, а чё я не взял патроны-то, ребята? Так, где-то у нас здесь сохранёнка, и там патроны можно взять. Выложил все патроны. Так, сохранёнка у нас это наверх надо подняться. Да, вот она у нас здесь сохранёнка. Чпок! Все. Как раз один патрон мне нужен был, чтобы пройти. Ух! Да, вот она. Главное, зашел сохраниться-то. Нет бы, чтобы патроны-то сразу взять.
Взять патроны, конечно. И вот еще возьми патроны. Так, ну вот эти можно взять патроны, конечно. Во, все. Отлично. Все, теперь можно. Теперь можно погулять далее. Да, блин. Ай, твою мать. Блин, ну-ка выпей. Да, давай. Так, и что? Мне надо в проекторную запустить проектор. Это надо подняться наверх. У нас где-то там. Здесь у нас посмотреть, а не запустить. Чтобы запустить, надо пройти наверх. Да. Теперь сюда. А, и музыкальную студию я так и не посетил, не прошел. И здесь еще зелененький проход есть, конференц-рум. Так, понял, все, идем. Так, ну эти тут поют песенки. Так, во, я как раз здесь в проекторную сейчас пройду. Да, вот она, проекторная. Итак, здесь у нас мультики идут. Куда я могу вставлять? Сюда могу вставлять? Так, ну тут уже стоит что-то. Сюда могу вставлять? Вот сюда, опа. Так, это у нас, давайте вот это посмотрим. Опа, идем смотреть. Ага, Жава пришел посмотреть еще раз. Так, 7, 12, 4. Так, еще раз. Надо запомнить. 7, 12 и 4. Все, запомнил. Будем посмотреть, что это дальше. Так, ладно. Теперь, куда идем далее? Мне надо вот здесь пройтись. Угу. Это надо спуститься вниз, пройти через это и подняться вверх. Давай так и сделаем. Спускаемся вниз. Hey, old, I'm Norman. I'm a really normal guy. Так, слушай, Норман. Нормал гай. Не нравишься ты мне. Пойду я с другой стороны. Патроны на тебя тратить не хочу. Там все равно мне делать нечего. Так, все. С этими у меня тут все закончено. Они у меня связаны. Вот пусть лежат. Так, идем прямо. И там поднимаемся по лестнице наверх. Так. О, ой. Откуда у вас тут столько? Да, и вот здесь у нас зеленая дверь, да, вот она. Чпок, чпок и чпок. Достали вы меня? Пошли сюда. Так. Идем. Тут чисто конференц-комната. Смотрим, что у нас здесь. Опа, еще один секрет нашли. Хорошо. Что еще здесь? Банан вижу. В смысле, все, что ли? Нет. Здесь что-то еще есть. О, монетки. Да, ну и все, я думаю, здесь теперь все позеленело. Так, ну все.
С третьим этажом офисов закончено, с четвертым тоже. Собственно, и со вторым. С первым только музыкальная студия осталась. Пойдемте в музыкальную студию, ее обойдем. Вот сюда нам. Привет, ребята! А что, если я вот так сделаю? Бам! Здорово, 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 на! Так. Забрал. Только не говорите, что я ради этого сюда еще и шел. Ага. Полироль для духовых. Очень интересно. Ничего не понятно для духовых. Но тут мы не можем ничего пополиролить. И здесь ничего не пополиролить. И, наверное, зеленым у меня все. Нет, не зеленым. Это я отсюда зашел. Давай с этой стороны посмотрим. Так, открой. Забрал. Открой. Не забрал. Покажи карту. Нет, не позеленел. Открой. Забрал. Карта. Нет. Где-то что-то еще здесь. Монетка. Вот я думаю, теперь зелененько. Да. Так, ну теперь все. А где-то тут еще дверь. Подождите. Я зашел вот через эту. А там где-то... Вон там дверь. О, ну она тут завалена так, что ты тут не пройдешь при всем желании. Но... Она прям заблокирована. Ну и да ладно. Нам уже хорошо. Я думаю, мы офисы прошли полностью, ребят. Можно двигать далее. А далее, знаете, вот я что подумал. У меня есть... Где, помните, очки лежали? Да, пойдемте возьмем очки. Я попробую, у меня есть идея. В гостинице, в отеле. Короче, в отеле на... втором этаже там тоже стоят маски. И вот я думаю попробовать с помощью этих масок. Попробовать с помощью этих масок открыть что-нибудь там, возможно. Вот как у меня сейчас, ну не маска, а вот очки вот у меня, видите? Вот эти очки. Возможно, их на одну из этих статуэток одеть можно. Вот я думаю, надо рвануть туда, попробовать это сделать. Давайте, наверное, так мы и провернем это дело. Тупо зашел взять то, что мне надо было. Очечки. Идемте в отель, сейчас попробуем вставить. Вот туда, 1, 2, 3 нам надо. Так, тут что, будет что-нибудь? Нет, тут ничего не взаимодействуется. Вот здесь. Вот, видите, стоят. И, наверное, что-то сюда можно ставить, одевать. Возможно, как раз очечий в какой-то из этих нет. Ну, нет. Я ошибся. А двери все три закрыты. Значит, это у нас и все с другой стороны. Ладно, значит, сюда мы пойдем позже. Допустим. Пойдемте тогда далее. Там у нас дальше же продвижняк какой-то был. Так, тут нам еще надо собирать. А у нас где есть еще зеленые ключи? Да, ну вот у нас, в принципе-то, что, ребят... Обратно на площадку идем. Так. Чпок. А что ты какой-то зеленый? Это грязный какой-то, что ли? Или зомби? Я ничего не пойму.
Так, всё, собаки здесь нету, это хорошо. Я же правильно пошел. Так, подождите, первый этаж. Где у нас этот первый этаж? Да вот сюда спуститься надо, правильно? Нет. Назад. Идем сюда. Давай тогда сюда. Да, вот по этой лестнице вниз надо спуститься. Все, понял. Давай, отвали. В смысле? Блин, вы что все дороги мне перегородили? Вот, алло! Что за подстава-то? Так. Очень интересно. Через какой проход тут? Это что за дверь? Не пойму я, а где здесь дверь-то еще одна? Закрытая. Вот это вот. Это что за дверь? Да куда она? Не понял. Ладно, давайте пока пройдем здесь. У нас зеленая дверь здесь есть. Она нам ничего не дает. О-о-о! Ключ от детской площадки. Очень интересно. А, это вот эта детская площадка, ребята, вот она. Вот, детская площадка. Понял. Понять-то понял. Ну, давайте идем прямо. И вот там у нас проход далее. Да, в тире же тоже там дверь была ромбом закрыта. Точно, пошлите. Короче, вот такая серия сегодня. Открываем двери, все, которые были закрыты. Вот это у нас. Открывай. Куда это я пришел? Во-первых, у нас вот эта вот комната, которая была закрыта, я в ней еще не был. Сейф. Ага. Вот он, ребята, у нас. Повернуть вправо. 4 нам надо. А, 7. 7. Подожди еще раз. 7. Так. Теперь. Что надо сделать-то? 12. И 4. Что сделать-то? Как? Так. Так, давай. 7. Четыре. И 12. Так, подождите. Как-то он вот так... Потом вот так. А, подождите, тут вообще как-то по-другому все было. Опа. Конец давней дружбы. Ричи Бром, прославившийся ролью Стиви в долгоиграющем детском шоу My Friday Night, короче, мой дружелюбный сосед, покидает съемочную программу. Причиной стала попытка одного из персонажей Рэя ударить его утюгом во время рабочей дискуссии. Прикольно. Если верить очевидцам, ссору спровоцировали критические комментарии, которые Бром позволил в адрес творческой группы, в том числе создателя шоу Элла Грельсвальда.
На съемке такое сплошь и рядом, заявил Бром в последующем интервью. Я не только, и не только Рэй, Перл, Прожора, Рики, они там все больные, добавил он. Все к тому шло, тем более никто не воспринимает меня всерьез из-за МФН. Но теперь я готов к новому витку карьеры, который принесет мне настоящее признание. Вот так. Короче, чувак огорчен, обиден, посмотреть. Опа. Еще одна какая-то головоломка, ребят. А это интересно. Подожди. А, тихо. Ха. Вот это поворот. Вот это поворот. Так, здесь ничего нету. Здесь тоже. Сейф, ну я же записал. 7. Давай вот, подожди. Да подожди. 7. Потом. 4. И... 12. Блин, ну в смысле, серьезно? Че, мне опять что ли идти на съемочную площадку? Чтобы посмотреть, как там это все делается. Блин, ладно, пойдемте. Так. Открыть дверь. Здесь могем? Ага. Открыли дверь. Это выход на улицу у нас будет. Ну подожди, вот эту дверь надо тоже открыть. Она нам тоже пригодится 50 раз. Стопудово. Да блин. Все. Это у нас сюда. Это на улицу куда-то выход. Ну-ка пойдемте посмотрим. Куда выход? В какую сторону? Гараж. Это где я? Товарищи, где я? Это какая-то новая локация, ребят. Я тут еще не был. Прикольно. А-а-а! Вон о чем, Михалыч. Хе-хе! Прикольно. Так, ладно. Ты стой здесь. Какой-то зеленый он весь. Так, ну пошлите сходим, короче, в офисы. Еще разок, ну а что поделаешь. Попробую я еще раз посмотреть. Что-то, короче, возможно, в последовательности там как-то все за этого. Так, у нас как раз это видео, по-моему, включено сейчас. Поэтому мы зайдем просто в зал и посмотрим. Смотрим. Так, налево. Крутим. Потом направо. И еще раз налево. Понял. Все, дергаем ручку, открываем и выходим. Все, пошли отсюда. Так, это у нас что? Это у нас заперто. У меня нет от этого ключа. Ну, собственно, давайте так же, как вышли, так же и обратно зайдем там. Где у нас? Вон он, гараж. Нет-нет-нет. Нет-нет-нет-нет. Не-не-не-не-не. Все, я ушел. Я в домике. О. А там кто-то наверху, видали? О! Опачки. Еще один чит собрал, ребята. Что это мне даст, пока не знаю. Идем далее. Сюда. Да, все правильно. Начнем. Итак. Крутим влево до семерки. Потом крутим вправо до 12. И крутим влево до 4.
А, есть! Есть, ребята! Предохранить. А, вот! Новая... Вот! Та дверь, помните, которая у нас... Я от нее головоломку нашел. Вот здесь, вот она, дверь. Да, еще одна электронная дверь, которую можно открыть. Прикольно. Можно идти в подвал. Так, а у нас тут что-то еще. А, вот еще. Одна головоломка, которую мы... Ну, вот эту я не знаю. У меня нету по ней никаких разгадок. От слова совсем. По крайней мере, пока что. Ладно, это, видимо, все будет далее, ребят. То есть комбинацию я тут нашел. Что я тут еще нашел? Я тут нашел предохранитель еще один. Изучить. Предохранитель, на кончике которого нанесен символ. Так, ну и все, ладно. Значит, что? Тут все пусто. Осталось вот это. Вот эту я пока не знаю, как ее проходить. И идем. Так, ну и что, мы куда пойдем? Куда мы с вами пойдем? Ну, давайте пока мы здесь тогда поднимемся наверх. И пройдем вот сюда. Используем до конца. Так, зеленый у нас с галочкой ключ, ребят. То есть остался у нас ромбовый ключ пройти. Так, это я сюда пошел? Нет, это я не сюда пошел. Мне вот сюда. Правильно? Ну, вроде бы да. Вот. О, так оно закрыто было, поэтому и непонятно было. Теперь все понятно. Так, идем куда? Идем. Это нам вот сюда надо. До свидания. Ага. Так. Да, поднимаемся вверх. Потом налево-налево. И выходим. Кыш. Да блин, почему я в свинью не попадаю вечно? Налево, теперь еще раз налево. И прямо. Так, чувак. Оп-па-па-на. Все, я пошел. Так, все. А мне надо... Да, вот сюда проходим. Прямо. Все, идем. Нам сюда. О-о-о-о! Как тут людно. Да, мы проходим еще раз прямо. Вау, ты что прыгаешь-то? Так, я здесь не все прошел. Мне об этом показывает соответствующий значок. Так, тут у нас еще один чит. В смысле, из-за ним и надо было, что ли, сюда зайти? И все, что ли? Тьфу ты, ёк-макарёк. Так, куда идем далее? Кыш. Мне где-то здесь что-то надо найти. Здесь ничего не вижу. Так, свинья, отдыхай. Здесь я ничего не вижу. Интересно. Так, ромбовый ключ у меня не с галочкой еще. Где-то еще будет, значит, у нас. Что, наверх пошли? Ну, пошли. А, все? Серьезно? Подожди, нет. Здесь как пройти-то? Я не понял. А-а-а! Ну ни хрена себе! Нафига так прятать-то, ёк-макарёк? Ай, ладно. Так, там у нас головоломка вот здесь.
Ну, нам надо спускаться вниз, ребята. Опять в подвал. Опять в подвал, опять в канализацию. Да. Все идет туда. По-любому. Так. В канализацию можем пройти быстрым путем. Идем. Так, отсюда у нас канализацию нет дороги, да? Да, отсюда. Или есть? Я не помню уже, ребята. Вот просто не помню. Тут что-то столько этих дорог. Все, кыш все. До свидания. Так, вот там у нас быстрый спуск вниз в канализацию. Воспользуюсь ли я им или нет? Сейчас проверим. Нет, наверное. А, во, спуститься. Отлично. О, здорово. Пока. Итак. Итак, где я? Идем сразу ромбовый ключик откроем, конечно. Конечно, откроем сразу ромбовый ключ. Пошли. Пошли, пошли. Пойдем сюда. Так, ты у нас смотанный, связанный. Не боюсь я тебя. Так, и чё, где у нас тут ромбовый ключ? Вот он. Так. Так. Смотрим, что у нас здесь имеется. Это у нас, в принципе, помещение типа сортир. Опа. Норман. Нормал гай. Чё у нас тут есть? Ничего. Чувак, ты ж не будешь на меня кидаться сейчас? Так, здесь чё? О, еще одна. Прикольно. Еще одна пленка. Капец. Еще одна головоломка. Непонятно. Ну, надеюсь, это не подсказка какая-либо. Так, что у нас тут? Где я? Вот он, где я. Но я не все нашел, говорит. А как фонарик? Фонарик бы здесь бы включить. Ни хрена ж не видать. Так, что это дало? Что я взял? О, деталь насоса, ребята. Да, я даже знаю, куда. Это вот здесь у нас, где? Вот, вот тут оно оставляется. Да, ладно. Слушайте, ну я прям нормально так подбогател. Где выход-то? Вот она, дверь. Хорошо. Так, теперь идем обратно и вот сюда. Да? Или на лодке? Двигаемся. West Basement. East Basement. West East... Stage 2. Что за Stage 2? Да, кстати, вот там у нас еще один. Этот же стоит. Лифт. По которому я уже поднимался, между прочим. А, ну и мы можем вот сразу проехать туда, по факту. Короче, пойдемте вот сюда сейчас. Сейчас направо. Потом еще раз направо. Не рычи.
О, здорово! У вас тут немного на меня. Обойдем. О, до свидания. Так. Так, давай-ка вот так вот мы с тобой сейчас. Оп. О, промазал, серьезно. Все, тоже давай тут посиди. Так, направо и налево, все понял. Идем направо. Да, да, Норман, все, отдыхай, мазева, как говорится. Теперь налево. Опачки. Здесь тоже типа посмотреть можно что-то. А, это же здесь этот был. Помните, чувак? Я здесь просто, наверное, что-то не собрал. В спешке убегал когда. Конечно, сценарий эпизода. В мастерской Рэя Дент, Стиви и Рики входят в мастерскую Рэя, которая вся завалена огромными кучами мусора. Стиви, Рэй, ты где? Рэй медленно появляется из-за груды отходов, глаза уставлены в пол. Рэй, в чем дело? У всех в домах потоп, сточные трубы забиты мусором. Рэй нерешительно рычит. Понятно, кто-то посмеялся, что ты работаешь сантехником, и теперь тебе стыдно возвращаться к работе. Рэй жалобно хнычет и кивает. Труба гремит и грохочет, выбрасывая очередную порцию грязи. Рэй, если мы быстренько не устраним засор, канализация взорвется и уничтожит весь город. Рэй, иногда над нами смеются, даже когда мы все делаем правильно. Такова природа людей. Не обращай на них внимания, ты лучше их знаешь, как быть дружелюбным. Вот такая вот поучительная история, ребята. И неужели я за ней сюда лез? Слава богу, нет, не за ней. Слава яйцам, как говорится, мы сейчас что-нибудь тут, возможно, найдем. Может и не найдем. Я вроде тут все облаживал уже. А, тут вот как. Тут несколько ящиков было. Ну, а я в спешке... Да, блин! А я в спешке, конечно же, какой мне тут ящик? А, ладно, давай бутыль выпей. Применить, конечно, подтверди, да. У меня как раз там желтое здоровье. Я думаю, теперь у нас все тут... Нет, еще не все собрал. Еще не все. А что еще? Грузуны, что тут еще есть? Вот он. Все, теперь все. Сто пудов. Теперь сто пудово все. Теперь пошлите на лифт. Здесь выход один единственный. Так, на East Basement. Это мы куда прилетим? Пойдемте на лодке тогда прогоним. Может быть, сейчас на лодке проедем. Там же типа лодка у нас. А, нет, здесь не лодка. Нет-нет, здесь не лодка. Но здесь можно сохраниться. Это я помню. А, и можно выйти туда. К этим. Воу! Эй! Кыш! Ё-моё, ты откуда тут взялась-то? Изолента кончилась. Вот неожиданно было. У меня есть чем сохраниться. Чем сохраниться имеется. Так, давайте мы тут маленько поиграемся. Что мы можем скинуть? Давай вот это вот убрать. Ну, ключики все. Смотрите, и ромбовые, и зеленые уже готовы. Это тоже можно убрать. Так, ну это пока давайте уберем. Что еще у нас тут? В принципе, все. Все остальное пусть пока лежит в кармане. Все это остальное пригодится. Так, ну что, давайте вот мы раз сюда пришли. Давайте предохранимся. Шикардос. Ну а на этом, ребята, мы будем на сегодня завершать. Понравился ролик, ставьте лайки. Есть что сказать, пишите в комментариях. И не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Да пребудет с вами Джойстик. Всем пока. До скорых встреч.